с вами Ярослава, и я буду показывать, как делать вот такую поделку для ваших друзей, родных и близких. Ну, вообще для всех ваших знакомых, она вам очень пригодится в жизни, чтобы не обидеть человека. Как я уже сказала, чтобы не обидеть человека, я имею в виду про его день рождения забыть. Конечно же, обидно, когда твой друг забыл про твой день рождения и не подарил тебе подарок. Эта книжка специально для этого. Вам понадобится обычный картон вашего любимого цвета. Если у вас его нету, можете взять какой-то другой, но это ваше решение. Следующее. Вы, если у вас есть какая-то ткань, вы можете ее спокойно вырезать, ну, если она не нужна. Вы можете ее спокойно вырезать и приклеить ее вот сюда вот на обложку. Если у вас это нету, вы можете сами это как-то красиво разукрасить или еще что-то сделать. Да, внутри она будет вот такая. Да, это внутреннее вот... Ой, я не... Да, вот так вот. Внутри она вот такая вот. Да, она вот такая вот именно. А тут зима, весна, лето, осень, все времена года. В эти времена года вы должны записать у ваших друзей день рождения. На зиму у друзей, которых зимой день рождения. Да, на осень у осенних. Так что это очень удобная, компактная книжка. Вы можете брать ее везде. В принципе, и она очень-очень удобная. Я ее сама храню, но ничего еще пока не записала. Не знаю почему. Итак, всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Надеюсь, вы это сделаете. И не забывайте про день рождения ваших друзей. И это был вызов принят. Всем пока-пока. Я вас люблю, целую. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальцы вверх. И пишите внизу в комментариях, что бы мне и вам еще сделать. Пока.